Всем доброе утро. Ну что, наш отдых в Анапе в один день закончился. Мы в отеле были 5 дней. Мне кажется, я бы еще бы осталась бы. Еще на 10. Еще на 10, может, еще больше. Вот. Отель, многие спрашивают, что за отель. Отель Гриджа. Мы уже не первый год в этом отеле. Нам очень нравится. Кстати, сейчас в этом отеле наши подписчики. Так что передаем всем привет, кто отдыхает еще в этом отеле. А мы едем дальше. Едем в Сочи к моей маме. И там тоже у нас будут разные мероприятия. Тоже будет интересно. Сейчас проехали Новороссийск, да? В нем сейчас Новороссийск. А, мы еще тут, да? Честно сказать, мне не очень нравится этот город. Пусто, серо, какие-то базы. Да, 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 да. Это промышленный. Ну, это же промышленный город, да, правильно? Домики такие невзрачные все. Ну, в любом случае, тут люди живут, так что кто из Новороссийска, передаем всем привет тоже. А будем проезжать, как раз спрашивал, мы же будем по набережным проезжать. Будем, да, у нас там Геленджик, Архипа Осиповка, вот, Ило. Мы, кстати, в Ло. Полностью весь, все побережье. Да. А мы вот в Ло отдыхали. Нам очень нравится Ло. Единственное, вот я больше люблю песчаные пляжи. Не знаю, вот мы сейчас в Анапе были. Кстати, мы так классно накупались. Вода чистейшая. Я особо даже и не снимала. Мы просто кайфовали от воды. Она тепленькая. Грязная. Да, она такая ледяная была. Просто на следующий день чик и все. Теплая, прям вот раз, резко теплая. Единственное, вечером она теплая была, но еще такая прям вот грязная. Водоросли, какие-то мошки плавали, медузы. А потом мы пришли на следующее утро, говорят, давайте утром придем. Почему-то кажется, что будет очень классная водичка. И мы пришли, на самом деле, теплая, чистая вода. Немножко были водоросли, но это вообще такая ерунда. Вот, короче, купались, просто супер. Сегодня с утра еще успели в бассейне покупаться. В Миланке там детские развлекательные программы были. Не могла она оторваться. Мы веселение в 12 часов, и до 11 мы купались, потом подсушили волосы. Ой, что-то он так едет. И все, в 12 выехали. А что еще хотела сказать? А, сегодня, представляете, сегодня, во-первых, я каждый день занималась акваэробикой. Единственное, что вчера я не занималась акваэробикой, потому что мы уехали на пляж. А, точнее, пошли на пляж. Ну, у меня там своя была акваэробика, я из этого вообще не вылазила. А сегодня, после акваэробики, еще йога была в 12 часов, а еще сегодня... Что там у нас? Шоу мыльных пузырей. А, шоу мыльных пузырей, да. На пенную вечеринку. В этом году, да. Ничего, мы в ванной не попадем на пенную вечеринку. Мы не попали на пенную вечеринку. И на шоу мыльных пузырей не попали. Зато мы танцевали, там постоянно дискотеки в отеле, да, это классно вообще. Каждый вечер, да, в 9 часов. Это вообще здоровско, просто здоровско. А еще, знаете, что я заметила? Ну, не знаю, как для кого, мне показалось, что еда в этом году даже была поинтереснее. То есть всегда рыба, всегда на завтрак, ой, на обед, на ужин всегда рыба. И на завтрак. Я такой едок, мне вот кофеечек и какую-то, не знаю, плюшку. Все, больше ничего не хочу. На завтрак ничего не придумаешь. Кашки, да, разные виды. Ну, мы каши не ели. Один раз я взяла себе. Единственное, что? Запеканки. Единственное, маленькие. Что? Им не хватает на завтрак сладостей. Мы брали с вечера. Мы брали с вечера. Вот с вечером вчера были очень вкусные слоеные. Трубочки, знаете, как Филипп Бейкер. Такие эклеры, именно эклеры длинные. Вот очень похожи. Трубочки были. Ну только в эклерах другое тесто. Ну да, это слоеное тесто. Да, я взяла с собой. Мы взяли трубочек и на завтрак с Ликой кушали. Ну и мы всегда вечером брали сладость какую-то и на завтрак это ели. В холодильник положили, да? А вот если бы у них на завтрак, в принципе, было сладость, то было бы намного приятнее. А еще нас к морю закусали. Ну это на море, да, первый день. А еще я хочу сказать, как бы сладкое у них тоже есть и на завтрак. Ну это такое, знаете? Прянички, такое. Вафельки, говорю, прянички, кексики. Милане... В любом случае, в этом году кухня была лучше, чем в Сочи. Лучше, да. Миланке вот кексики бы понравились изюма. Мне это сказала вкусно очень. Мы остановились, потому что Лика с Миланой захотели перекусить. Нет, это не Лика с Миланой захотели перекусить. Это Милане приспичило есть. Так что, а я что-то говорила, и у меня айфончик перегрелся, представляете? Вот еще один минус айфона, кто спрашивает.
печенька до шоколада. Что, включился? Включился. А куда мне теперь ее? Ой. Я говорю, убери ее. Да, да не буду я туда сувать, неудобно. Я боюсь ее раздавить. Пакет с грушами дай. Ну, маме под ноги поставь. Давай, мне. Она и кондиционерчиком будет охлаждаться. Игрушки я... Не раздавил я ваши трубочки? Нет, они не продавили. Вот я переживаю очень сильно в жаре. Ну, поэтому там, лучше поставить. Там бутылки ледяные были. Вот проезжаем морюшко. Ни интернета здесь, ни навигации здесь. Появилась? Нет, сейчас не было. Ну, жара 37 градусов. Слушайте, вот здесь едем, да, жара, представляете, 37 градусов. 33. Ну, в Анапе. Сейчас 33. В Анапе тоже. Солнышко пропало, 33. Солнышко появляется, 37-38. Ну, мы сегодня купались тоже в бассейне. Хорошо. Надеюсь, в Сочи будет тоже хорошая погода. Не дожди. Проверю. Обычно нас в Сочи дождями встречают. Да. Не провожает. Не провожает. Не, ну обычно провожает. Нет. Дожди проходят. А, да, всегда дождик идет. Да? В Туапсе постоянно заливает. Мы помнишь, проезжаем по этим пробке, объезжаем Буераком, и ливень вечно идет. Да-да-да. Мы опять едем по навигатору, объезжаем какими-то объездными путями, дорогами, как всегда, вот за что я не люблю, вот эти вот горы, вот, у меня, во-первых, уши заложило конкретно, и постоянно, мне всегда вот высоко, когда вот эти перепады, высоко-низко, у меня сразу закладывают уши, и, честно сказать, не очень комфортно, такие высокие подъемы резкие. И вот эта вся толпа, все едем также по навигатору. И сзади нас тоже пробочка. Как пробочка? Пробочка, посмотри нет, назад. Здесь, посмотрите ну, назад. Потихонечку, да, двигаемся. Но это не пробка. Пробка там, где мы объехали, которую мы объехали. Там бордовая стоит. И аккуратно стоит. Ну, мы ее объехали? Нам ехать 3 часика осталось. Так, вроде бы такое небольшое расстояние от Анапы до Сочи, но из-за вот таких вот серпантины, пробки, вот это все получается, узкие дороги, машины собираются, и получается не 2 часа, грубо говоря, а... Ну, 2-3, 300 ну, километров. Да, это едем 8. 9 даже. Даже 9, да. Смотрите, какой спуск резкий. Это бесит. Мы потихонечку. И даже самое прикольное, что еще так вот это не одностороннее же движение. Нормальная дорога. И ты такая спускаешься, там кто-то поднимается навстречу.
и ругается, так мягко сказано, что мы не пропускаем, что им приходится пропускать всю эту толпу. Да еще, как говорится, понаехали тут приезжие. Смотрите, какая красота невероятная, просто прелесть, просто восторг, прелесть. Сейчас легла, наденет. Сняли мою эту одну подвесочку, вот это сейчас одену. Прелесть. Так, у меня особенный на завтра кофе, особенный кофе. Всем доброе утро. Да, у нас сейчас завтрак. Бабушка тортик купила. А Лика сейчас пошла с папой на Валберис. Забрали покупочки. Смотрите, я не пошла, что-то у меня сегодня температурка небольшая. Вот, да и видео монтировала. Пошли сами забрали. Такой вот купальник, он без лямок. Все как я люблю. Сзади вот так затягивается. Я люблю, когда так затягивается. Тут уже по фигуре себе делаешь, как удобно, в общем, так вот затягивается. А плавки получаются, они завышенные, тоже я такие люблю, и они двусторонние, то есть ты можешь носить с черными плавками, да, а можешь их вывернуть и вот так вот, сейчас покажу, а можно и вот так, но мне даже с черными больше нравится, да, поприкольно, с черными плавками. В общем, такой вот у меня купальничек. Лика себе заказала вот такую юбочку. Посмотрите, юбка, кстати, с шортиками. Снизу шортики. Но сейчас это прям очень модно. Вот такие юбки. Невидимочки. Зачем так много? Ой, а это что покажу? Выгодите. А это что покажу? Это бастетик. Ну, я все потеряла. А он один? Да. Или два? Угу. Один? Как будто два. Ну, там ракушка и такая. А, так можно один мне, один тебе. Мамочка. Спасибо. Чё? Ничего. Дай посмотрю. Ну, так могу найти. Ага, все, я выцыганчила. Итак, надеваем. Подожди, дай снять, блин. Да подожди, да подожди, примерь. Одеваем. Смотрите, как красиво. По черные носочки, шикарно. По черным, но посмотрите, носочки сниму. Прикольненько. Мне кажется, прям прикольненько. Такой вот беленький. Мама его уже забрала. Ну и, конечно, я взяла себе юбку. Почему, конечно? Потому что я показывала. Смотрите, какая красота. Еще мы сейчас собираемся в кафе, пойдем погуляем, и я вот думаю, надену, наверное, я красное платьишко атласное. Единственное, что я думаю, пойти на каблуках или нет. А мы зашли в кафешку, здесь очень интересная кафешка, нам нравится. Мы, кстати, в ней уже были, в этом кафе. Здесь уютненько и очень вкусно. Мы пробовали пиццу. Девчонки в этот раз заказали. А ты с чем вы? Я с креветкой, Милана с курицей. А, ты с курицей решила? Да. Это вот, чтобы его не снимать.
Так, ну а мы покушали вкусно, идем на набережную. Это, наверное, ближе к Светлане, да, набережная? Да, это есть. Да. Красивые такие сочинские цветы. Моя мама ими восхищается. Они красивые. Кстати, запах у них, конечно, очень-очень сильный. Бабушкина рубрика? Да, бабушкина рубрика, цветочки. Ну что, как обычно, шторм на Сочи. Да, я говорю, море на всегда. Грязное, шторм. Да хочу в Сочи. Лика любуется юбочкой новой. Красивая.